Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress от Infy, перед нами Redmi Note 8 2021 года, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве очистить хранилище от всякого мусора, ненужных файлов, да и как вообще освободить память этого телефона. Для этого есть два варианта. Первый, заходим в приложение «Очистка». Если вы не можете найти приложение «Очистка», заходим в «Проводник» и здесь справа снизу нажимаем на метлу, после чего тоже попадаем в приложение «Очистка». Тут нам сразу предлагают удалить файлы данных и остатки данных. Нажимаем «Очистить». После того, как мы очистили стандартные файлы, мы можем очистить WhatsApp, Facebook, можем удалить приложения, которыми мы не пользуемся, а также зайти в пункт «Глубокая очистка». Здесь нам предлагают удалить фото, которые телефон считает ненужными, то есть какие-то черные вообще фотографии. Здесь телефон предлагает нам удалить файлы данных, которые, в принципе, нам тоже никак не понадобятся. У вас здесь будет побольше предложений, если вы уже длительное время пользуетесь вашим телефоном. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!